Не уходи, побудь. Всем привет, продолжаем путешествовать по моему маленькому городку. Музей печати представил экспозицию, такую интерьерную, называется «Музыкальный салон». Надо сказать, что в 19 веке Петербург был центром развития музыкальной культуры. Музыка звучала не только в театрах, концертных залах, которых было достаточно, но и в светских музыкально-литературных салонах. Салон от французского «салон» – большая зала, первоначальное значение «комната», которая служила для приема гостей. А затем салон становится уже обозначением способа светского общения. Много было различных салонов и в Петербурге, и в Москве, и на периферии. Это было место общения не только музыкантов, но и поэтов. Здесь часто звучала музыка, выступали различные поэты, музыканты. Очень популярные были романсы, которые звучали в этих музыкальных салонах. Ну вот здесь показан примерный интерьер вот такого музыкального салона. Здесь развешаны различные музыкальные инструменты. Канарейка, кстати, которая свистела определенное время. Вот. Это разрез дома, в котором находился музыкальный салон. Первый, второй, третий этаж и так далее. Тоже интересный музей, ну, надо посмотреть. Может быть, я не совсем точно передаю то, что сказала, то, что рассказывала экскурсовод, но как могу. Вот здесь, как мы видим, Федор Шаляпин, бюро, часы, граммофон. Ну, чего-то только нету. Действительно, это очень здорово. И посмотреть практически все то, что здесь находится, в этом салоне, оно достоверное, оно настоящее. Вот такие дела. Вот меня действительно умилило некоторые такие факты. Можно внутрь-то зайти нельзя, там такая загородочка, но так посмотреть можно. Действительно настоящие портреты Шаляпина. По-моему, Кшесинский, там даже была настоящая фотография. Вот граммофон, вы видите, различные инструменты, клавесин, пианино. Вот. Ну, программки различных театров, выступлений. Я рекомендую сходить, но просто это интересно, потому что, ну, салон это прежде всего, конечно, хозяин, который его устраивал в то время, а было салонов очень много. В частности, салон графа Шувалова, Хитрова и Вильгорского. Вот Вильгорский был сам выдающийся композитор-музыкант, славился своими концертами, где выступали известные певцы, композиторы, музыканты. Вот действительно были созданы такие салоны, в которых можно было общаться, поговорить, обсудить какие-то музыкальные темы. Ну, наверное, обсуждали не только музыкальные темы. Очень популярны действительно были романсы. Кстати, надо сказать, что некоторые из хозяев салонов даже имели свой оркестр. Московские музыкальные салоны, кстати, соревновались с петербургскими. Так, например, в салоне на Рыжкина часто выступал выдающийся русский композитор Козловский, также композитор и собиратель русских народных песен. Надо заметить, что российские песни Козловского пользуются большой популярностью в салонах. Вот я вам показал интерьер салона, просто интерьер, но это действительно интересно, красиво. Я рекомендую вам сходить, ну будет возможность, если можно сходить в Дом печати. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.